Это девочка, да? А это то... девочка, мальчик. О, о, ничего себе. Оно еще ходит. И недовольно ушло. Ушло недовольно. Эти ножки маленькие, такие одесские. И большой тухис. Очень большой тухис. Такие худенькие ножки. Ну, все как положено. Они ушли, они все обиделись. На бегемотов похоже. Она похожа, да, у них они хвостиками этими виляют. Чисто бегемот. Нюня, Нюша. Она еще и нюня? Тоже она нюня, да. Нюша, иди сюда, Нюш. А вот еще там маленькие крылета, крыльчата беленькие. Ой, крыльчата я видела. А такую огромную Нюшу? А это ее дети, которые родились. Да? Да. А много родилось? Родилось 7, а мы не знали, вот было холодно, только 2 спасли. Замерзли? Да. Я их таскала. Ой, что это было? Это было, она не хочет. Не хочет, да? Что ж так орать? Люда. Свинья, она и в Африке сидит. Да. Не, как, они китайские, да, или какие? Да, вьетнамские. Вьетнамские. Пошла, почесалась. А что делать? Да. Чешется. Люда просто нравится. Да. Что, Люда, когда родится маленького, возьмешь? Боже упаси. Чего? Оно мне надо. Что, будет ходить? Да. Люда такая. Ой, господи. Инопланетные такие существа. Это больше почему-то напоминает свинку, вот эта вот, черненькая. Это она производительница, да? Да. Ее дочка будет производительницей, я так понимаю. Не будет она производительницей, места мало. Было бы больше места, были бы производители. Да. Куда? Их и так. А кто отец? Он привозили. Привозили, да? Угу. А что за вязку берут? 500 гривен. 500 гривен, да? Угу. И он быстро это все сделал? Специалист? Ну, как его знать? Не знаем, это самое, еще не платили, потому что неизвестно, что там будет. Будет, так заплатим.